Всем привет, вы опять у нас на канале. Сегодня мы будем готовить асабука из телятины. Это вот такая вот голяшка. Сегодня будем готовить в этом противне. Сначала в нем пожарим, потом будем тушить в духовке часа 2,5. К мясу нам понадобится морковь, лук, масло, соль, перец, томаты, бульона немножко, чеснок и томатная паста.